Привет, друзья! Простите за несистематичность выпуска роликов в последнее время, но по-другому я не могу, так как заболел. И когда хватает сил сесть и сделать какой-то ролик, я это делаю. Когда же, соответственно, из-за болезни их нет, то я, к сожалению, отдыхаю. И главная тема на сегодня – это, конечно, увольнение Виталия Кличко. Голова Офісу президента України Андрій Богдан просить Кабмін звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Давно пора. Виталий Кличко – это имя войдет навсегда в историю бокса, где украинец долгое время был одним из лучших супертяжей мира и образцом для подражания мальчишек со всего земного шара. Киев же за 5 лет Кличко у руля запомнит, как время решал дерибана земли и падение мостов. Благодаря Кличко Киев был признан самым опасным городом Европы в 2016 году и одним из самых некомфортных для жизни и с худшей инфраструктурой столицей в 2017 году. Но более всего запомнилось циничное уничтожение мелкого бизнеса в конце 2016 года. Вижу. Еще мне нравится, что он человек с большим сердцем. Зимой этот самый человек с большим сердцем создал некую фирму «Благоустрий», которая под покровом ночи незаконно сносила бульдозером мафы, оставляя после себя разрушенный бизнес по беспределу и фактически оставив людей в канун Нового года без стабильного заработка. Я не знаю, как девочки, будем собирать массы, как? Вот как вы представляете? Я там на работу, я приехал. Дальше что? Он человек с большим сердцем. Ну так же, это не робиться. Це столиця держави, яка каже, що йде в Європу. Яку, ребята? Це джунглі. Це джунглі. Он человек с большим сердцем. Меня зовут Лена, я мать двоих детей. Я решила с работы сегодня ночью. Он человек с большим сердцем. Ну, добре, ваші побажання місцевій владі і київській. Поєдинок йому з Тайсоном, щоб я ньому ще возле добив. Он киевлянин, он искренне болеет за судьбу города, и если он делает какие-то оговорки или говорит, что надо готовиться к земле, это не значит, что он плохой мэр. Вы пойдите на окраины Киева, там все завалено мусором, там бегают эти собаки, бомжи везде лежат вообще в Киеве. Это клака. Это мусор, бомжи, собаки, это вода, которую нельзя пить, это уничтоженная инфраструктура социальная. Но как мэр Киева, я считаю его лучшим мэром Киева за годы независимости, Виталия Владимировича Кличко. Какой молодец. Врет, не краснеет. Если бы Кличко не пошел в политику, он бы остался в сердцах каждого украинца, как великая легенда бокса. Но когда Кличко занял пост мэра столицы Украины, его начали воспринимать как обыкновенного барыгу и решалу. И теперь, после того, как Кличко уйдет со своего поста, его таки будут помнить как барыгу и решалу. Пока!